За прошедшие трое суток на территории Рязанской области выпало большое количество осадков в виде дождя. Резко увеличился уровень воды в Оке и в ряде других рек. В городе Шацке затопило несколько приусадебных участков. Четыре участка подтоплены в низменной местности на улице Набережной в селе Казачья Слобода. Еще семь участков залиты водой в Шацке на Набережной и улице Максима Горького. Из-за сильных дождей воды реки Шаца вышли из берегов. Глава региона провел срочное совещание с администрацией Шацкого района и главным управлением МЧС России по Рязанской области. В селе Шевырляй, насколько я знаю, из-за размытой дороги 57 домов, где 80 человек проживают, оказались отрезанными от остальной части населенного пункта. Еще два села, Казачья Слобода и Борки, насколько мне известно, по последним данным, там вода начала понемногу спадать. Я в курсе ЧП, которое произошло в районе, уже дал ряд оперативных поручений. Сейчас в селе Шевырляй наведена пешеходная переправа для связи с остальным населением. Проведение эвакуационных мероприятий не требуется, угрозы жизни и здоровью людей нет. Контролировать ситуацию и обеспечивать меры поддержки местным жителям будет глава администрации Шацкого района Александр Ничушкин. По данным синоптиков, дожди продлятся до выходных дней, поэтому суммарный уровень воды в реках увеличится еще более чем на метр.